Привет, друзья! Вы на канале Непета Фэмили! Вы, наверное, сейчас офигеете с этого, но тут наконец-то выходит видео! Надеюсь... Ой, Ася пришла. Надеюсь, конечно, следующее видео не выйдет также через месяцев 8-9. Ну, посмотрим. Ну, в общем, сегодня у нас неудачные кадры. Ура! Их накопилось уже довольно много. Достаточно много, чтобы начать задумываться о том, чтобы почистить компьютер и сделать неудачные кадры. Вот. Поэтому я надеюсь, вам они понравятся. Может быть, вы где-то посмеетесь. И поехали! А то уж типа глок подсыпал нам что-то запрещенное. И мы не можем перестать его есть. Поэтому у вас так штырит. Этот торт на шевельнике попал. Я уже забыла. Давай скорее всего. Сори. Я тупая так. Объявление. Можно. Да, этот рулет ваше всяких. Правда, у меня тут вообще рулет. Рулет. Да, этот торт ваше всяких похвал. Давай. Никогда так не говорю, я просто молча жру. Нет, ну ты девушка очень это, воспитанная. Давай. Интеллигентная. Сори. Подожди, да, этот торт выше всяких похвал. Да, этот торт выше всяких похвал. Приведите мне повара, я его поцелую. Что за вред можно? Давай. Да я долго давай, буду жрать. Давай, жри. Давай. Фу, ненавижу мукбанки. Все, давай. Давай. Я не могу. Давай. Ты сможешь. Встретились двое с сахарной зависимостью. Да. Все, давай. Да, не то слово. Обязательно вилка не так долго. Фу, чай холодный. Я вообще не видела уже ржавчину. Да блин, я же не могу не реагировать. Ой. Так, все. Давай, Сон. Агент Глобус. Сейчас. Все, мам. Нет, не все. Мне же тоже реагирует. Тебе повезло, ты еще кулака не видишь. Блин, волосы. Ты говоришь, Алена, Алена, очнись. Соня. Лучше кот, скажи, кот, кот, очнись. Кот, кот, очнись. Папа, это не мы, это чучело стояло в поле, а дальше я забыла. Что я говорю? Алена, не говори ерунды. В общем, идея такая. Мы возвращаемся в прошлое с помощью зонта, идем на поле и ставим там табличку перед тропинкой. Ну, чуть просто... подальше отойди. Сейчас мы просто репетируем. Ага. Включила. Давай, включай, да. Да, уже включила. Доченька, мы сегодня узнали, что у тебя на канале 5 миллионов подписчиков. Ура! Мы тебя поздравляем от всей души. Ши! Пятерка, круг такой обошла. Ну-ка. Хорошо, сейчас. Чай? Ну ты что там сел-то? Его же видно, да? Такая есть. Ладно. Алена, пошли. Можно еще? Сонь, что это все значит? А зачем пить? Все. Мама. Какая еще загадка? Что там? Верни. Что? Все. Она злится на нее, что она не... Опять хрень тащит, давай. Мама. Давай понаблюдаем. Я повешу ее на стену, а дальше я забуду, что... Так вот где они! Значит, ты была права. Да, я же говорила, что он хочет... Чего? Да бери, конечно. И чего я переживаю? У тебя там жуткая кукла в шкафу какая-то сидит. Зеркало с духами, картина колдовская. Картина колдовская.
Сам... Снимаю. На, давай. Добери, конечно. Все, я забыла. Так, Петёр? Нет. Да? Да. Сюрприз! Доченька! Подожди, а доченька-то там сидит. А где доченька? Вон она сидит, я забыла. Ты же не её, да? Ага. Подожди. Петёрка так, да? Так? Да. Так, Петёр? Так? Да. Поехали. Да. Сюрприз! Доченька, мы узнали, что у тебя сегодня на канале 5 миллионов подписчиков. Мы тебя поздравляем от души. Женя, Алена, если что не так, то говори стоп, 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 иначе он сейчас взорвет хлопушку. А что, взрывать? Да. Сейчас взрывать? Да. Серьезно? Снимаешь телефон? Нет. Здесь? Тебе нужно разложить камни вокруг того объекта. Тебе... Ну не улыбся. Тебе нужно разложить камни вокруг... Тьфу. Ой. Кто-то летит. Да, приняли без вопросов. Я уже забыла. Вот как? Что такое лицо сделала? Обязательно, не переживайте. Я себя прекрасно чувствую. Мы тебя поздравляем от души! Ура! Сонь, ты чего на меня кричишь? Что за... Вспомни текст. Вспомни, ты же сегодня споткнулась и упала. Наверное, тогда и... Настроилась. Нет, подожди. Да, блин. Ладно. Настроилась? Это не машина. Это проклятие. Так. Почему она так быстро ушла? Давай, иди. Меня кинула такая. Ой, там бомба. С таймером. Да. И там 3, 2, 1. Мы все нахихикались. Да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забывайте ставить лайки, подписываться на этот полудохлый канал. И, конечно же, подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там, как сказать, мне кажется, мой телеграм-канал это почти замена каналу Непета Фэмили, потому что там выходят теперь вот эти всякие жизненные штуки, мои кружочки, анонсы новых видео. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ну, надеюсь, конечно, про этот канал тоже не буду забывать, как обычно. Да, мы хотим его оживить немножко, да, Соп? Да, я надеюсь, он оживет. Ну, в общем, спасибо за просмотр и всем пока!